ребятушки, даем ему милипусенькую косточку жильную. Пусть грызет. А ну-ка положи. Вот, малыш. Вот, 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 вот. Ой, ты, что это такое? Лапки сравнялись за 2 дня. Как такое возможно-то, а? Как такое возможно-то? Сегодня я ему дала также на холку капельки, чтобы его... А то блохи вон его сожрали опять. Опять скусали блохи. Так, этот корм он не ест. Сейчас кормлю собачкам и насыпем ему новый. В общем, насыпала самого любимого корма. Этот сладенький вот этот препарат. Я его попробовала, желтенький. Это от диареи. И беленький — это хондропротектор и кальций. Это корм самый обожаемый, дорогой, который кошкам. Будешь кушать? Будешь? Скажи, ты что мне дала? Кошке скажи, а я собака. Это очень вкусный корм, попробуй. Мясо, я бы сама такое ела. Только я не ем такое. Сама буду. Ой, ты, боже мой. Короче, ешь. Если не будешь есть, по попе дам твоей блохастой. Ты понял меня? Лапки выровнялись, мам, ты посмотри. Не кривые больше. Это как получается? За 2 дня? Кушай, кушай. Аппетит что-то подспал у него. Ничего. Он, оказывается, на камеру не ест. Ну, кушай, кушай. Джан. Так, дальше. Моим истеричкам задать. Блин, а я такие маленькие, вот такие мелкие надо ему. А я ему такую большую дала. Нет, мы тебе вот такую сюсипуську приготовили. Да, вот такую. А эту мы заберем, она для тебя слишком большая. Я таких 5 штучек купила, таких милипусик таких. Да, вот так. Погрызешь на досуге. Я его, кстати, из клетки сегодня вытащила покапать холку. Он раз и в клетку забежал. Это для него как домик. Герзилия, Герзилия, на. Кто моя любимая собака? Пуськина. Ифта. О, Пуськина зажралась у вас. Где? А, тебе на. Будешь? Ешь. Эти мои собаки. О, для тебя я купила, на. На, ой, ти. Пуськина заберет. Быстрее, 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 быстрее. Это что такое? Забрала. Гер там он стащила. Так, мы к тебе зайдем. Ребят, можно ей грязилки давать? Жирную кость давала. Арес вон. Арес. Мире только не. Все, место. То мне сказали в эфире, что нужно забрать все грязилки. Я все мячики, все-все забрала, чтобы она не трепала. Арес, ты не хочешь спуститься с небес на землю? Не хочешь, Лоскуша? Хочет Лоскуша спуститься, да? Да, Лоскуша хочет, хочет, конечно. Только к Ниле не спускайся. Да, ищи добрые ручки, такой Лоскусочка. Арес, пока у нас еще тепло, Арес довольствуется этим. Ой, ой, ой. Рука, смотрите. Ой, вот все. Хочет по часушке. Собачулечки ко всем цепляются. Говаривают, да, хотят ко всем на ручки. Ну, это вообще, да. Все там как коры, видать. Ой, худые. 3 дня меня не было. Собаки. Все, мы на месте совы теряли. Худые бедолаги. Ужас. 3 дня без еды, что ты хочешь? 3 дня или 4. Ой, прибежал, прибежал этот. Ой, чего, чего? Мамашка! Не надо вилкой. Я... Ну ничего себе в траву. Да ложи, трава чистая. Все. Очень чистая. Ну, чище, чем грязь. Собачки. Ближе, ближе, снимай, как он ест. Маленько такая. Где еще один? Посмотрите, как он ест, бедный. И она. А этот боится. Вот ты будешь бояться, похудеешь. Кошмар. Почему он боится? На, вот так пониже снимай. Почему он боится до такой степени? Ну, боится, видать, убежали или что-то. Так, теперь мы... Надо щенулечек кормить, они тебя дылдумы пришли. На. Вон там. Давай, хватай!
Хватай, убегай! Не надо убегать. Хватай, убегай! Мать, а то заберет. Ой, ой, ой! Слон. Не отдадим! Мать, ты охреневшая! Тут очень много жира. Ну что, жир тоже. Как будто с меня снимали. Или с меня. Пусть оближет. Я сейчас еще возьму. Пока мать жрет, быстрее. Да, она проводит одним разом. Она уже бежит. Ой. Как она так быстро успела? Ведь еще ой, блин, я все скормила. Стоп! По-братски. Все села, вот поснимай, какой он скелет. Не вздыхай так. Вот скелет, тут еще ничего, пузика набрал. Вот, посмотрите. А это глянь, вот там вот у него. Ну я же говорю, скелет. А мы еще тех не покормили, а у меня уже корм в машине закончился. Ну а что ж ты не рассчитала? О, надо ехать домой. Куда? Сейчас снова? Она все съест, да, домой снова. Давай, сюда. Сюда, лобайка, давай. Все, поехали. Хотела уезжать, там добрать, они все бегут ко мне уже. Мам, ну там почти ничего нету. Даяна, дай пока пусть покушаем. Сейчас мы приедем, что-нибудь там помешаем. Будем зимой. Ну почти ничего нет. А, у меня есть, слушай, такой пакетированный. Ну то есть сухой, что ли? Нет. Вот. А где ваш друган, третий крупный? Ну, у меня только один такой остался, кошачий. И вот с посылки вот таких много. Давай мы, может, им дадим. Где? Вот. Ой, ребра торчат, гаянчик. Ну снимай их, как торчат. Они далеко. Пусить, какие мои маленькие. Сюда. Мы берем пеленку вот так. Будет у нас то стол. На-на-на. Ой. Голод сильнее или страх? Да это боятся. Наверное, их обманывали кто-то, обижали. Да, вот думаю, не надо уже будет никуда ехать. Странно, что третьего нету. Надо встать отойти, чтобы что вам могли... заберем? Кого? Их. Куда? На домой. А вода есть у них? Все, последний пакетик отдаю свой. Все разные у меня корма получились. Ну ничего. Все как хочется, смотри, как же хочется. Ой, теплый зимой такой голубой. Весь мусор за собой убираем. Природа пластик переработать не может. Смотри, сейчас перевернут и все, в зиму давно перевернут. Сиди, сиди. Вот уже. Один кусок на землю уронили. Еще... Ой, тебой зимой снимай красиво, как они кусают. Ой, какие они, как чихуашки. А где третий? Да я шапку здесь. Третий был более ручной. Может, его прибили здесь какие-то хулиганы за эти третьи? А муки забрали? Они проглотили. Видишь? А? Смотри, что делают. Ничего не осталось. Сейчас утащит, все высыпется. На. Ну вот и все, почти ничего не осталось. У меня тоже ничего не осталось. Вон куски в земле. Больше. А, у меня еще есть корм. Вот. На. Еще в двери. Я сейчас все запасы вам высыплю. Только надо будет потом вас обновлять. Тут и для кошек, и для собак. Что-то в траве нашли, едят. Да это там они высыпали. На. Ребрышки, он просвечивается. Я не знаю, ребят, что с ними делать, поисчезает. Вот здесь просто очень... Это вот у нас район, где ходят очень много таких живодеров. То есть вот здесь в мешках забивают животных именно на этом месте. Здесь выкидывают, стреляют и так далее. Ну и домой ехать не надо, посмотри, сколько я дала. Угу.
О, смотри, пес сейчас подойдет нагло и съест у них. Ну вот, ребят, все-все уже повысыпали. Здесь полно пакетиков. Есть. А он сейчас с этой стороны обойдет. Вот этот пес, который хочет подойти к нему и все скушать. Где третий щенок, блин? Он самый ручной-ручной был. Все, да, облизали все, малыши-йогиши. Пузики уже, смотри, округлились. Ай, мой-мой! Все, давайте наши. Ой, и помчались домой. Катя, мы еще не все облизали. Гаяна, не забирай. Ребят, прикол, я развернулась, потому что они выскочили из канавы, прогоняют взрослого пса. Вот это у них смелости. Они просто прогнали вот эту псину. Я думаю, что за кипиш, оказывается. Они территорию свою защищают. Ребят, ну щенулечка, вон уже который день, лапки сравнялись. Уже все начинает кусать, разбивать, раздирать. Раньше часто кушал, сейчас так часто не ест, наверное, потому что жор пропал после голодовки. Ай, тебе мой, уже начинает ябедничать, опериваться уже начинает. Отпустила Милу на свой страх и риск. Стоп! В этом аппендиците. Думаю, тут она не убежит никуда, чтобы она набегалась. Господи, дайте мне ее поймать нормально. Ну, то есть там бежать некуда, она сейчас бегает, потом скачет, прыгает, гуляет. Главное мне ее вот здесь перехватить. Она как стрела, быстрая. Ребята, Мила сбежала, я ее еле догнала. Стоп, не дергайся. Как и мчалась, жесть. В итоге корма насыпала, она ко мне сама прибежала. Как она помчалась, я ее уже не видела. Бежала впустую. Ну хорошо, сама приходит, когда еду даю. Я ее чуть приучила. Ладно, еще рано отпускать в аппендицитах. Она как стартанула, я не успела ее пересечь. Ну все, поймали. Бегу, думаю, ну все. Если она бежит, подписчики скажут, я специально ее отпустила и так далее, и потеряла. Ну все, нормально. Раз зато набегалась вдоволь. Увидела щеночка. Он грыз сетку возле мусорки. Вон то. Сейчас пойдем покормим. У меня после вчерашнего только 2 пакетика корма осталось. 6. Но здесь только если на сетку высыплю. Но не то все равно. На пакетик можно. Очень голодный. Вот тут еще один друган. О! Нет! Фу! Ребят, не хотела снимать. Посмотрите, тут у нее что? Гуляет. Чтоб она потихоньку ходила. И почему я достала камеру? Я увидела кое-что странное. Вы поняли, да, что это? Но Мила не должна. Да, это все-таки котенок. Остановись. Ой, типузи мой трехцветный. Малышочек, малышочек. Нет, ты будешь стоять. Ой, господи, что с ним делать? Ребята, я Милу убрала домой. Вот знаете, у меня каждому животному бывает такое, что все, сердце не на месте. Значит, надо идти и забирать. Вот с этим котенком именно так и произошло. Сейчас что-то на дороге я его не вижу.